Студенческая сборная Казахстана по хоккею после выступления на зимней универсиаде в американском Лейк-Плэсиде вернулась на родину. В аэропорту спортсменов встретили родные и болельщики. По итогам соревнований подопечные Галыма Мамбеталиева завоевали бронзовые медали. Команда с явным преимуществом обыграла почти всех своих соперников, уступив лишь дружинам из США и Канады. В матче за третье место наши хоккеисты обыграли Японию. Наверное, с канадцами самый сложный матч был. Все-таки сразу было видно то, что команда именно там подобрана была по уровню хорошему, то что, ну и по групповому и плей-офф взять, то что видно было, то что очень сильная команда у них собралась. После игры с Канадой тренерский штаб зашел нам и сказал то, что поскорее надо забыть эту игру и готовиться уже к следующей и выходить побеждать. Был шанс, мы за этот шанс зацепились и попали в тройку.